Всем здравствуйте! Вы на канале Флора у дома. Спасибо всем, кто зашел на мой канал. Сегодня хочу для вас снять распаковочку посылки с гортензиями от компании Беккер. Вот такая вот посылочка пришла мне сегодня. Посылочка, значит, шла 7 дней. Вышла 2 марта и пришла до Ростовской области за 7 дней. Вот сейчас мы как раз и посмотрим, что там в этой посылочке. Так. Вот посылочка. Так, ну, внутри бумага. Наверное, для того, чтобы было все плотненько. Уложено, утеплено, утеплитель положили. Сейчас март месяц холодный у нас, вот, вот чтобы цветочки не подмерзли. Так, ну так в горшочках все. Все вижу. Я заказывала 6 гортензий и одна мне должна была прийти в подарок. Ну давайте посмотрим. 6. И 7 в подарок. Посмотрим, что они из себя представляют. Вообще, эта компания находится в Смоленской области. Далековато, в общем-то, от Ростовской области. Боялась, что дойдут плохо мои цветочки, мои саженцы. Ну, понятно, что они еще без листочков. Это, скорее всего, гортензия метельчатая. Давайте посмотрим, что это за цветок. Гортензия метельчатая Sunday Fries. Вот как выглядит. Немножко поломалась веточка. Вот так, в принципе, саженец неплохой. Вот. Давайте откроем, посмотрим с вами внутри на корневую систему, на корешочки. Так в пакетике чувствуется тяжеленькая такая. Хорошо так завязано, что не развяжу. Так, это вот стороночку. И вот такая вот. Влажная почва, влажная. Вот корешочки, посмотрите, даже вылезли все наружу. Как бы видно, что хорошие корешочки. Вот я переверну, здесь вот тоже. Корни уже прорастают. Растения надо пересаживать. Ну, такая почва влажная. Давайте откроем, посмотрим на корневую систему. Как же корешочки там внутри выглядят. Так, ну вот, быстренько так. Вот беленькие. Ну, не скажу, что полностью все заросшее, как бывает, приходит. Ну, вот, посмотрите, ой, сыпется. Беленькие, все живенькое, все чистенькое. Гнилых никаких я не вижу здесь корешочков. Хорошая корневая система, на мой взгляд. И хорошо сформирована уже гортензия. Вот если эти почечки пойдут, то как бы будет все хорошо. 3 веточки. На мой взгляд, очень неплохой кустик. Неплохой кустик. Так, пока его отставим в стороночку. Уберу. Так. Следующую смотрим. Гортензия. Немножечко просыпалась здесь. Это, наверное, почта. Так, пересылают. Следующая гортензия тоже метельчатая. Гранди Флора. Очень красивая. Вот эта гортензия тоже. Давайте на нее посмотрим поближе. Ну, тут просыпалось все. Видно, на почте ее не очень аккуратно транспортировали. Вот. Этот прям очень как будто залит, как будто вот 7 дней она была в пути. Вот. А такое ощущение, как будто бы ну вот вчера ее полили буквально. Все, такой грунт мокрый. Даже вот этот гидрогель, наверное, похоже на гидрогель. Вот. Ну вот живое. Вот видно вам, вот поцарапалось, не знаю, наверное, когда об веточки в коробочке. Так, ну, тоже разветвление неплохое. Посмотрим, как дальше пойдет. Пока живого почечек вот таких нету, но ей еще и рано, в принципе.
Вот. Ну, хотела тоже показать. Сейчас посмотрим, получится достать. Ой, не рассыпал. Ой, ну тут, конечно, залито. Очень сильно залито. Прям хлюпает. Вот аж прям вода стекает. Вот. Ну, наверное, боялись, чтобы она... Корешочков таких вот сильно нет. Прям, не знаю, вот как... Здесь вот не знаю, что будет с корешочками. Посмотрим. Вот это грандифлора. Никаких накладных, ничего нет. Обычно присылают накладные. Обычно все это приходит, чтобы можно было проверить. Следующая гортензия. Тоже метельчатая. Но тут уже видно, почечки попросыпались. Это у нас гортензия крупнолистная, букет роуз. Это подарок, это гортензия, которая в подарок, обещанная сайтом. Да, вот она пришла. Да, миленькая, конечно, такая. Ну, тоже очень мокрый ком, земляной ком очень мокрый. Очень прям все, посмотрите, все сыпется. Но здесь корешочки все равно вот есть. Все равно они нормальные, нормальные, хорошие. Все это тут можно все живенько. Посмотрите, конечно, веточки не очень вот тут вот. Но подарок. Спасибо большое за подарок. Это очень приятно. Подарки это всегда очень приятно. Следующее. Все повысыпалось. Вот. Ну, это я не виню сайт, конечно. Хотя, может быть, и можно было получше упаковать. Метельчатая гортензия Канделайт. Вот. Ну, вот один. Одна веточка такая тоже. Горшочек большой. Довольно-таки. Тоже очень мокрый. Прям перелитые. Боялись, наверное, что пересохнут в пути. Вот почечка. Посмотрите, уже даже почечка. Боюсь ее сломать. Ну, вот уже ростовые почечки пошли. Сейчас покажу. Внутри. Ага. Достать не могу. Не могу. Почему-то он... Пока не буду ее трогать, потому что очень сильно она там залита. Расквасилась все. Вот. Немножко подсохнет, не буду дергать растение. Так, следующее. Следующее. Вот уже даже листики. Вот. Это тоже крупнолистная гортензия. Называется «Бесконечное лето». Вот, вот такие бирочки висят. «Бесконечное лето». Саженец. Ну, видно, что гортензия крупнолистная обычно всегда раньше просыпается. Все прям в земле, все высыпалось. Вот. Тоже мокренький ком. Очень мокренькая. Ну, не знаю, давайте посмотрим на корневую систему. Корневая система. Ну, есть тут беленькие, посмотрите. Ну, не так, чтобы прям разветвленная, может быть, даже и недавно пересаженная, не знаю. Так вот, хотя вот есть корешочки неплохие, тут тоже беленькие. Вот. Тоже здесь гидрогель, вот я вижу. Ну, вот такие вот, посмотрите. Кустик, конечно, не знаю, посмотрим. Что будет, потом сниму, покажу вам все, когда высажу. Сейчас пока, наверное, пересажу их в такие горшочки более, и пока они будут у меня дорастать. Это гортензия метельчатая. Вон, посмотрите, тут даже почечки столько. Вот, вот они, почки уже попросыпались, вот лезут. Прям отовсюду. Ну, надо же, неплохой. Это Silver Dollar. Вот, гортензия метельчатая, Silver Dollar. Очень красивая эта гортензия. И так вот в пакетике она... Ну, как ее открыть? Сейчас посмотрим. Ага, тут хорошо вытаскивается все.
ножниц. Так. Ага, тут еще один пакетик. Земляной ком завернут хорошенечко. Ну, сильвер доллара. Ну, давайте, ладно, раскроем, посмотрим, что же приходит. Если без горшочка, это, наверное, открытая корневая система называется так. Вообще, первый раз я заказываю на этом сайте. Вот. Посмотрим, как все попринимается, все как будет расти. Сейчас я их в ближайшие сегодня пересажу. Сегодня-завтра. Вот. Чуть-чуть надрезала почву. Надо же. Корешочки. Ну, вот, наверное, я вот так вот. Ну, видно, что корневая система вот тоже. Ой, тут как-то так странно. Прямо что-то не пойму. Один в один кулек. А что да? Нет, наверное, все-таки я раскрою до конца, чтобы показать вам, как оно приходит. Было видно. Вот упаковано оно туда. Так оно может завернуто. Угу. Вот такой земляной ком завернут. Это как мох что-то завернут. Не пойму я, что это даже. Такое. Ну, вот корешочки есть. Главное, что она живая вся. Вот вся на почечках, вся. То есть дело будет. Надо ее пересаживать, быстрее сажать. Вот. Вот, посмотрите. Две веточки хорошеньких. Это гортензия у нас Silver Dollar. Так. Поставим ее вот сюда. Пока. Ну и еще одна гортензия. Ванила Фрайс. Ванила Фрайс. Вот, знаменитая, красивая гортензия. Ну, кустик такой неплохой. Живых пока, вернее, проснувшихся пока я вот почечек не вижу. А, нет, есть, есть. Вот, посмотрите. Вот они есть. Вот, есть, есть, есть. Вот они, вон какие хорошенькие. Все нормально. Хорошая. Хорошенькая. Давайте еще раскроем, посмотрим корневую систему. Как там корешок? Конечно, примятые горшочки, примятые. Вот тут даже вот лопнул. Ну, это вот все повысыпалось, но все равно тоже ком мокрый, прям очень мокрый, опять же, хочу сказать. Вот. Ой, корневая система, прям надо, прям очень залита, залита. Вот прям, ну, корешочки хорошие тоже здесь. Вот, видно вам? Вот, смотрите. Это Ванила Фрайс. Такая хорошая девочка. Вот, посмотрите, растюшечка. Ну вот, вот что я получила сегодня от фирмы, от интернет-магазина Беккер. Вот. Ну, считаю, неплохо. Ну вот, посмотрели все саженцы, которые пришли от фирмы, от интернет-магазина Беккер. Всем спасибо. Если вам было интересно, заходите на мой канал «Флора у дома». До свидания.